А вы не подскажете агентство Минсурон? Вот это сегодня было разрушение попадания? Да. А во сколько примерно по времени? Часов 5 вечера, наверное. Часов 5-6 вечера. Я журналист, военный корреспондент, Минсурон. Вон женщины пошли, и там и на базаре разрушение. Там на базаре есть. В середине. Вот, мы не знаем. Вот. Мы не знаем. Я понял. Спасибо. Вот там, говорят, в середине, в рынке разрушено. На Соколе? Или здесь? Нет, вот тут, перед кругом. Вот сейчас две женщины туда и пошли. Ага, спасибо большое. Здравствуйте, агентство Минсурон. Подскажите, это сегодня было попадание? Да. А во сколько примерно по времени? Это было где-то, наверное, в 3-4 часу дня было. А вы не знаете, здесь только были попадания? Или... Нет. Вот сказали, вот возле кинотеатра разбили, сказали, наш рынок вот здесь, ну, вот что, на кругу. Так что, и тут еще дома. Сейчас мы вот без света сидим, потому что, говорит, без телефонов, без связи, без всего. И свет неизвестно. Сказали, что там высоковольтную зацепили, и эти опоры, все на свете. Неизвестно даже, когда нам дадут вообще свет. Спасибо. Спасибо родной Украине, да. Должен лежать. И как же там он справа посмотреть себе. Сейчас у нас был холод. Он будет убить, что там мусор я тебе давал.